то все мужчины начинаются от 100. Да. Но у меня не получается, не поверишь. Вот 82, когда тренировки бросил, опять начал тренировки до 74. Ну вот раз. Вот просто прыгает. И все. А нас там будет слышно? Будет все слышно. А, не посмотри, где катают. Тихо. А, ну да, так это говорят с вертолетов там. Я думал, скипер был. Ну может быть и правда, но вот этот вот точно прошли и потом на машине уехали. Ты же видишь, да? Да. Вот они туда, а потом на машину и переехали. А мы взяли верхние эти? Потоки теплые, нет? Ни одного потока я не почувствовал. Ты бы почувствовал, если бы был поток. Мы берем сейчас, из-за чего я лечу на этот склон, пускай лавиночка зашла. Хапнем еще слишком? Нет. Красиво, очень красиво, очень. Воу! Да. А где наши красавцы? А где каньон наш? Каньон? Это мы туда приземляться? Ну да, мы прямо еще прилетим. Просто я выдал по этой части. А вот, да, вижу, да, вот. И где-то вот туда их забирают машина. Да. Но это очень опасно. Вот теперь, вот когда мы ниже, видно, что скорость у нас есть там, когда летим по Рим, да? Тогда не видно, а тут уже да. Смотрите, ребят. Чик. Смотрите, какой пейзаж! Ребят, смотрите! А куда Ури как на ладони? Да! Вот куда Ури! Вот там мы живем! Крепость какая-то! Очень красиво! Оп! Что-то хапнули. Ты там не сказал. А, ну да. Еще я в этом.
сегодня нет. Сегодня вот, вот сейчас теплый поток пошел, я чувствую его. Да, ты чувствуешь воздух? Да, чувствую теплый. Восточный склон, потому что он нагрелся уже. Вон, теплый вообще. Максимально вперед. Ну, может, в воздух зацепили, здесь уже может не быть. А, ну да. С тобой хорошо он поднимает. Так, когда хороший поток, он, ну, с ним можно поработать, и он вытягивает прям выше тепло. Все равно, не-не-не. Отлично вообще. Отлично. Я понимаю, что. Я новичок. Да. Оп. Хорошо. Может, вот здесь будет над водопадиком что-то поймать. Перейти. А где водопадик? Перейти под водопадик, видишь, там вот дерево и домик. А вот это, да? Что это было? Домик? Я думаю, что это типа каплички. Для молитвы. А, для молитвы, да. Я вот когда ходил, походу, я потом. А где водопадик? А водопадик четко под нами. А, вот, вижу. Он сейчас маленький, да. А вообще он большой. Вон, ребят. Конечно, опасная здесь, вдоль гор. Это относительно не опасно, но очень сложно. Иногда бывает, приедем. Ага. И я похож, нормально. А тут что, люди жили? Люди жили? Они даже приходят сюда. А чего ушли, из-за чего, смотри, тоже, тоже. Ну, дома были, да, вижу. Чего ушли? Это же Осетия южная, граница прям, вычистая граница. Да? С Южной Осетией это война, что ли? Ты как это учишь? Россия? Так это давно было. Так они же наоборот говорили, что зашли, чтобы как миротворцы.